90-й день рождения отметила жительница поселка Развилка Нина Ивановна Митрофанова. С большим юбилеем ее приехали поздравить начальник управления соцзащиты Елена Гусева и начальник территориального отдела Картинский Андрей Извеков. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего. Президент Спасибо. Российской Федерации Владимир Спасибо. Владимирович Путин. Трудную жизнь прожила Нина Ивановна. Детство ее пришлось на войну, воспоминания о которой живы до сих пор. Когда последнюю увозили корову, вот, а нас четверо, мы на печке были, ну и вот, и мы заплакали, ну и вот. А немец снял это автомат и говорит, я сейчас, говорит, вас вот так показывает. Все, мы замолчали. Расписной платок от губернатора Московской области, письма от главы муниципалитета и президента Российской Федерации, а также самые добрые пожелания стали подарками Нине Ивановне на большой 90-летний юбилей.